Какую профессию выбрать и куда пойти учиться? Этими вопросами задаются сейчас ученики 9 и 11 классов. Помочь им определиться вызвался Институт социально-педагогических технологий и ресурсов, пригласив на традиционный день открытых дверей. Студенты рассказали школьникам о том, какие возможности открывает перед ними НЕСПАТР. Это не только качественное образование, но и мощная платформа для личностного роста. Ребята из пединститута делают успехи не только в учебе, но и в творчестве, а также на международной арене спорта. И в этом большая заслуга царящей здесь теплой, уютной атмосферы. Я считаю, что он один из лучших институтов в Закамском регионе, педагогический вуз, потому что этот вуз, который имеет уже свое лицо, на бирже труда у нас ни один выпускник не стоит. Поэтому 76%, значит, среди них 38 грантовиков, наш новый учитель, которые пришли в школы не только нашего города, но и в школы Закамского региона.